Меня зовут Сергей Быков, Кривой Рог, Украина. На любительском ринге провел более 400 боев, на профессиональном один бой, одна победа. Меня зовут Максим Чурбанов, я из города Нягани. На любительском ринге провел более 100 боев. Приехал по профессионалам попробовать, дебютант. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Алексей Уралец. И сейчас мы посмотрим поединок, который состоялся 24 апреля в Екатеринбурге. Весовая категория до 69 килограммов 900 граммов. Супер полусредний вес или первый средний. 4 раунда. Встречаются Максим Чурбанов и Сергей Быков. Сергей Быков, уроженец города Кривой Рог, Украина, сейчас проживает в Екатеринбурге. 24 года, 177 сантиметров его рост. И, как сказал ринг-анаунсер, прозвище у него «Матадор». У Сергея Быкова была любительская карьера. Он был участником чемпионата Европы. И вот его дебют на профессиональном ринге. Его соперник Максим Чурбанов представляет город Нягань, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ. 170 сантиметров рост. Вот сейчас Сергей Быков на ваших экранах в красных трусах. И вот сейчас вызывается на ринг Максим Чурбанов. По прозвищу «Супер» победитель всероссийского турнира класса. Также у боксера есть любительская карьера. И также он дебютирует на профессиональном ринге. Ему 28 лет, 170 сантиметров рост. На предварительном взвешивании Максим Чурбанов показал 69 килограммов 200 грамм. Уложился в лимит категории. А вот Сергей Быков выступает с небольшим перевесом. 72 килограмма 500 грамм. Ну, ничего страшного. Дебют, бой не титульный. Соответственно, перевес допускается. Максим Чурбанов в черных трусах, в черных перчатках. И, соответственно, Сергей Быков в красных трусах, в красных перчатках. Участник чемпионата Европы Сергей Быков. Итак, у нас начинается первый раунд из четырех запланированных. Ну, видно, что боксеры обучены, любительская техника, любительская школа, точнее, есть оба, техничные. Чурбанов старается сразу забрать центр ринга, мы видим. Начинает поддавливать своего соперника. Работает от джеба. В данном случае он классический правша, у него передняя рука левая. Да, на боксерском сленге есть понятие «передняя рука, задняя нога». То есть для обычных людей это, может быть, звучит дико, но боксеры понимают, и люди, которые любят бокс, они понимают, о чем, собственно, идет речь. Вот, активно очень начал Максим Чурбанов. Старается работать серийно. Но вот Быков отвечает, перехватывает атаку. И сейчас у него хороший есть шанс попытаться переломить начало раунда, которое было за Максимом Чурбановым. Но, тем не менее, мы видим, Максим Чурбанов настойчив. И пытается его сейчас вязать
Сергей Быков в клинче. Пытается, так сказать, снизить активность своего соперника. Вот так вот, неожиданно. В нокдауне оказывается Максим Чурбанов. Хотя, казалось бы, ничего не предвещало. Опа! Друзья, вот это было красиво. Тут же ответ Максима Чурбанова и хорошим правым навстречу ловит он своего соперника. Но, по-моему, рассечение у Максима. Сергей Быков, естественно, сейчас попытается все вернуть. Не стесняется клинчевать, держит руку. Но в данном случае, наверное, его тактика оправдана. Он оказался в нокдауне. И, возможно, нокдаун был более тяжелый, чем тот, в котором оказался Максим Чурбанов. Но тут у нас такая уже борьба пошла откровенная в конце раунда. Про бокс ребята слегка подзабыли. Ну что ж, хороший первый раунд, зрелищный, с обоюдными нокдаунами из четырех запланированных. У нас второй раунд. Начинает опять активно работать Максим Чурбанов. Старается поддавить соперника и попадает во вражеские объятия Сергея Быкова. Но в данном случае вражеские, они соперники на ринге. Пытается вязать Сергей активного Максима Чурбанова. Очень резво, очень бодро Максим начал второй раунд. Работа по корпусу. Но вот немножечко проваливается, может быть, с ударом. Стоит ему поработать на средней-дальней дистанции. Не сваливаться откровенно в инсайд. Вот постоянно вяжет Сергей Быков соперника. Сам ничего особо не делает пока. Но вот, что называется, такие обнимашки. Это в его стиле. Начиная с конца, наверное, первого раунда. Ну, здесь нокдауна не было. Максим проваливается немножечко с ударом, немножечко не рассчитывает дистанцию, наверное. И, может быть, ему действительно как-то сейчас повыцеливать даже. Ну, Сергей Быков откровенно просто, что называется, сейчас работает как спойлер. Сам не боксирует и Максиму Чурбанову особо не дает пока разгуляться. Но вот на ближний тут он пытается что-то просунуть. Но вот сейчас что-то получилось у Максима Чурбанова в атаке. Вот хорошо сейчас ловит правым встречным Сергея Быкова Максим Чурбанов, и Сергею отсчитывают нокдаун. Что называется, полетел добивать Максим Чурбанов Сергея Быкова. Ловит еще раз под конец раунда
правым встречным. Максим Чурбанов, Сергей Быков. Я так понимаю, что это одна из коронок у Максима. Ну что ж, у нас третий раунд из четырех запланированных. Максим Чурбанов, Сергей Быков. Нягань против Кривого Рога. Первый средний вес или суперполусредний вес. Весовая категория до 69 килограммов 900 граммов. В черных трусах, в черных перчатках, чуть пониже ростом, это Максим Чурбанов. И его соперник в красных трусах, красных перчатках, это Сергей Быков. Сергей Быков представляет Кривой Рог. Сейчас проживает в Екатеринбурге. И Максим Чурбанов представляет город Нягань. Россия, Ханты-Мансийский автономный округ. Гораздо активнее Максим Чурбанов. Можно сказать, он даже, наверное, и ведет на судейских карточках. Но Сергей Быков, у него как-то больше борьбы, чем бокса. Мы видим, постоянно он пытается клинчевать, постоянно пытается вязать соперника. Максиму Чурбанову бы стоило, конечно, оттянуться, потому что на ближний он попадает в жаркие объятия соперника. И особо ничего сделать не удается ему. Ну вот сейчас попал, но мы видим такой сумбур, навал в исполнении Сергея Быкова. Вот не гнушается он работать локтями. Школа Флойда Мейвезера-младшего. Тот тоже любитель надавить локоточком на соперника. Ну вот сейчас провалился Максим с ударом, но Сергей Быков не воспользовался этим подарком судьбы. Вот, достает джебом. Кстати, очень мало работает джебом, хотя начал первый раунд. Максим Чурбанов как раз-таки классический из джеба. Вот сейчас достал боковым слева. Чурбанов Быкова. И сейчас попадают. Но вот кое-что удается иногда просунуть и Сергею Быкову. Три раунда у нас позади. В третьем раунде было много такого сумбура, много клинчи, такой раунд получился вязкий. Но, тем не менее, в отдельных эпизодах было на что посмотреть. У нас заключительный четвертый раунд. Вот попадает сейчас хорошо слева Максим Чурбанов, черные трусы, черные перчатки. Боксер из Нягани, его соперник Сергей Быков. Уроженец Кривого Рога, Украина, сейчас проживает в Екатеринбурге. Красные трусы, красные перчатки. Весовая категория до 69 килограммов 900 граммов. Первый средний или суперполусредний вес. Оба боксера дебютанты на профессиональном ринге. В первом раунде оказались в нокдауне и тот, и другой боксеры. А во втором раунде Максим Чурбанов вышел вперед. Вот таким же примерно ударом он во втором раунде отправил Быкова Сергея на настил ринга. Но вот сейчас Сергей устоял. Но правый навстречу — это коронка, насколько я могу понять, у Максима Чурбанова. Сейчас с левого на скачке Максим промахнулся немножечко, проехал. И борьба — это такая фирменная, наверное, уже фирменная коронка и отличительная черта Сергея Быкова, который очень много клинчует, очень много вяжет.
Сейчас попадает Максим Чурбанов и попадает опять в клинч. Опять все сводится к борьбе, к таким обнимашкам. Извините за сленг. Бокса как-то в этом раунде маловато такого. Бокса в чистом виде, как люди привыкли его видеть. Но Сергей Быков как откровенный спойлер действует. Ну, почти весь поединок. Вот. Правый навстречу. В исполнении Максима Чурбанова. Но не получается ему пресекать вот эту возню, если так можно выразиться, Максиму Чурбанову. Но вот на самом деле стоило бы поработать Аджеба, на мой субъективный взгляд. Просто подержать на дистанции соперника Аджебом. Итак, закончен поединок. Очень скоро мы узнаем, кто выиграл. Ну, честно говоря, для меня сомнений нету. Давайте дождемся судейского вердикта. Учитывая нокдауны. Итак, Максим Чурбанов, успешный дебют на профи-ринге. Первая победа, победа по очкам, единогласным решением судей. Поздравляем Максима.